Всем привет! Вы на канале Дистиллят ТВ. Всем привет! И сегодня будем дегустировать Шустова. Кто-то, возможно, скажет, что опять Шустов? Да какого черта? Но да, сегодня Шустов, но не тот Шустов, что можно купить в России, а коньяк из Украины. Поблагодарю сразу же канал Алкотренер. Вы можете зайти посмотреть его обзоры. Он сам из Украины. И он прислал мне на дегустацию одесский Шустов. Да? Тот Шустов, который имеет право называться Шустовым. Все просто. Емкость 0,25. 5 звездочек. У них зирочки называются. И давайте разливать. Или продолжим разговор. Также он мне прислал от Леванта Шустова юбилейный 10 лет, 43 градуса. И мы его сравним с 10-летним Шустовым из России. Это сразу, чтобы не запутаться, где что. А вот этих двух товарищей, ну, как-то что-то и наливать-то особо не хочется, да? Я тебя никогда не мучаю вот такими вот напитками. Ну, ладно. Честно говоря, думал, уже никогда их не принесу из помещения, в котором они у меня находились. Они у меня стояли со всеми вот этими коньяками, которые я планирую перегонять. Ждали своего часа, как говорится, последнего момента, когда они превратятся из коньяков в обычный, ну, надеюсь, виноградный дистиллят. Сразу к делу, чтобы не тянуть, как говорится, кота за хвост, либо за какое-то другое место. Любимая, как ты думаешь, стоит ли тебе дать отведывать аромата какого-нибудь коньяка? Давай сейчас я изначально попробую вот украинский, да? А если... Не, эти не надо даже пробовать, не стоит. Это не то пальто. Я проверю, стоит ли украинский Шустов тебе давать пробовать. Потому... Нет ли там яда? Да нет, алкотренер никогда не пришлет никакой яд, он такой же алкоблогер, как и я. Так, я пятерочку отведаю. Ну, пятерочка, конечно, деревянная настоечка. Но это мое мнение, на ты отведай. О, а вот десяточка, это уже прям ничего. Тут уже что-то слышно и виноградное даже. Тона шоколада, может, какие-то даже проскакивают. Здесь неприятный привкус, аромат чего-то кислого. Кислого, да? Давай я пятерочку возьму. Напомню, это Родник и компания разливает эти спирты. О, слушай. Так они, мне кажется, с пятеркой... Хотя, на, пятерки сравнивай. Они похожи. Да. Ты знаешь, мне наш даже больше нравится. А фишка в чем? Даже когда мы смотрели вот картинки, сравнивали, дизайн очень похож. Вот такие бутылочки один в один практически продавались и у нас. И я вот если бы увидел на витрине, это вот у меня один из первых обзоров Шустова был, когда вот такая бутылка была 0,5. Что-то разочарован в одесском прям. Ну вот дешевые армянские спирты, вот такое, ну, отвратительное, вообще отвратительное пойло. А здесь вот на фоне, давайте десятки дам отведать на аромат, хочешь? Хочу. Ну в десятке есть какой-то неприятный, такой древесный, мощный аромат. Ты знаешь, уже наш стал противный. А, одесский, да? Угу. Ничего так. Немножко по-другому, но тоже не особо. Давай. Да, слушай, пятерки. Так, это ты мне отдала пятерочку, да? А я тебе десяточки дам. Так, начнем с нашего. Фу, почему я его не пробовала? Да? Конечно, нет, я тебе такое не давал. Кислятина какая-то, закисшая какое-то что-то сусло. С резиной. Ну, резина такой... прям четкая. О, это вот пятерка галимая, шустовская. А тут уже другое совсем. У нас сейчас оттенки вот коричневого начинаются опять мы.
Слушай, нет, вот этот юбилейный десяточка, который... Да, да, да. Он на фоне прям космос вот этих всех коньяков. Да. Фу. Нет. Они разные. Пятерки разные. Слушай, я... Ребят, я вот не хочу, честное слово, опять повторять эти ощущения. Я их хорошо помню по вкусу, аромату. Или попробовать все-таки. Это же дегустация ради подписчиков. Давай я, наверное, пятерочку отведаю сразу. Фух, полтора года не пробовал ее. Так за ней соскучился. Они же ждут твои гримасы. Сладко, мерзко. Не, они разные. А здесь вот доска. Я могу, знаешь, что сказать? Вот пятерка одесского, я никогда ничего подобного не отведывал. Но это приятнее нашего. Вот точно приятнее. Хотя он вообще вот каким-то непонятным ароматом для меня. Я так понимаю, это вот как раз клопы. Давай попробую. Ну, за наше здоровье. Не, ну это херня, конечно. Что это такое? Это доски, бочки из чего там, я не знаю даже, из сосны, что ли? Не. И вот этот, что за вкус? Это, наверное, правда, вот как говорят, клопами пахнет. Или вкус клопов, я не знаю. Это напоминает жука-малинника этого, бздюха, который сидит на малине. И если ты его с малиной вместе положишь, вот это вот оно. Вообще неприятная пятерка. Не, ну... На тебе десятку. Давай десятку. Ту десятку я не буду пробовать, я не могу. Я попробовала. Попробовал и как? Ужас. Ужас, ужас. Забродившее сусло какое-то. Ну-ка. Это я сейчас... Пропавшее пиво. Да, вот что-то. Вот твое, когда ты варил. Да, пропавшее пиво, да, какое-то. Угу. Это десятку я сейчас одесскую пробую. Вот она прям вот другой, да. Среди этих коньяков прям, она просто подавливает. Шипу какую-то там. Не, здесь какую-то. Очень интересный своеобразный профиль коньяка. Это точно я могу сказать, такой профиль я не пробовал коньяков. И пятерка с десяткой. Пятерка прям однозначно, я бы ее не рекомендовал, и она бы у меня тоже на перегонку ушла. Да и уйдет, наверное. А вот это... Какой-то вот интересный ореховый аромат, орех с какими-то пряностями, довольно-таки не сладкий аромат, вообще ни грамма, и жесткий такой, да? Вот, ну, да, вот он прям серьезный, не округлый, ни в да. коем случае не округлый, какой-то такой весь в каких-то шипах ощущение, явно не дамский коньяк, вот это точно. Что, десятку все, да? Ой, ты? Я не буду больше. Ребята, извините. Ну вы сволочи вообще, прям конечно. Дал по рецепторам мне. Давайте попробуем наконец-то одесскую десяточку, юбилейный, за ваше здоровье. Кислинка. Не, это хороший коньяк. С довольно сложным букетом. Лаковость в нем есть. Хочешь попробовать? Нет, не хочу. Я попробовала его. А ну, после него попробовала наш. И все забыла. И все забыла, что там было. Вот, слушай, все забыла, что там было. Прям рифма. Здесь хорошо. Здесь шоколад прослеживается. Здесь прослеживается сухофрукты. Какие сухофрукты? Ну, скорее всего, вот именно наши, да, эти, опять же, курага, чернослив. Стандартный. Да, стандартный классический набор. Одно какое уточнение, они прям высохшие в ноль. И такие вот зажатые, еле-еле уловимые. Когда они прям жесткие, знаешь? Да, 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 вот когда пересушенные прям. Вот когда сушку забыли просто на крыше, и в жару зной она простояла там недели две, она в хлам высохла, и ее получается как сухарики ешь. Вот примерно. И такой вот скупой-скупой аромат. Здесь тоже. Но стоит сделать глоток. Давайте сделаем. Здесь появляется какая-то даже легкая бальзамность. Кислинка от этих сухофруктов, немного горчинки от шоколада и даже, наверное, ореховость есть в этом напитке. Только осталось узнать, сколько он стоит. Этот коньяк бы вот я смело бы мог рекомендовать для покупки. Это, если говорить о 10-летней выдержке, скорее всего, она есть. Своеобразный профиль интересный, с которым, наверное, посидеть надо подольше. И когда будет выходить это видео, я комментарии от себя допишу,
эти товарищи Шустовые, к сожалению, не прошли мою аттестацию. Они у меня заблочены, наверное, и забанены пожизненно. Желания их пробовать вообще нет никакого абсолютно. Ну, вот так. А десяточка прям в зачет. Однозначно зачет. Ты со мной согласна? Полностью. Конечно, она со мной согласна. Я еще всегда бы с тобой соглашаюсь. Конечно, я ж могу выключить этот фонарь, подойти поближе и переубедить человека. Да? Может, выключить? О, это прям какой-то призыв к действию, да, я смотрю. А я вот могу тебе кушать не приготовить. Ага. И ты тогда тоже. Ага. Будешь со мной соглашаться. По-моему, пора гасить фонарь и идти подавлять мятеж. Чем интересно. Семейный. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам пить напитки только качественные, только в меру. Ну и до новых встреч. Пока. Всем пока.